Приходите на супергеройское пати! Будет круто! Что? Мамочки, да это же суперкот! Нужно уносить ноги! Я лечу к тебе, любимый! Думай, кот, думай! Надеюсь, я хорошо выгляжу! Успел! Ауч! Привет, красавчик! Ты только взгляни на себя! О, на помощь! Ты как? Лучше не бывает! Ух ты, что это у нас тут? Приглашение на супергеройское пати? Я просто обязана там быть! О, это было эпично! Ого, нет времени на отдых! Нужно собраться и как можно быстрее! Так, так, пора освежиться! Контрастный душ? Ну уж нет! Лучше приму расслабляющую ванну! Эй, а ну не подглядывайте! Супер Эбби снова с вами! О, приятная водичка! Что же может быть лучше теплой ванны? Конечно же, ванна с бомбочками! Чем больше бомбочек, тем лучше! Они так забавно булькают в воде! Упс! О-оу, кажется, кто-то слегка перестарался! На помощь! Я в пенной ловушке! Что там происходит? О, кажется, я знаю, что на этот раз учудила моя милая дочурка. Юная леди, можно войти? Глаза щиплет, полотенце. Да где же оно? О, так-то лучше. Мама, что ты тут делаешь? Ты же не будешь ругаться, верно? Даже не знаю, что и сказать. О, ну и ну. Вечеринка супергероев уже совсем скоро. А это значит, что нужно освоить суперприемы. Я тоже так смогу. Я! О, ну и что же прикажете мне делать? Скорая помощь для ног должна быть где-то здесь. Давай, Эбби, ты справишься. Раз и... Почищу я ковер и вытру я всю... Что такое? А? Хм, наверное, показалось. Ого, вот это усищи. Да ему на бровь так не кстати. Нужно срочно принять экстренные бьюти-меры. О, то, что доктор прописал. Восковые полоски творят чудеса. Сейчас мы мигом все удалим. Спокойствие, я смогу. Раз, два, три! Фух, едем дальше. Эти ужасные прыщи портят всю эстетику. У Леди Баг должна быть идеальная кожа. Чипсики. Эврика, чипсы патчи. Это же гениально! Ой-ой, а вот это нехорошо. Только ожогов еще не хватало. Увлажняющий крем, срочно. Эбби, детка... Это же табаско! Вот, так будет намного лучше! Спасибо, мамуль! И что бы я без тебя делала? О, какое блаженство! Освежает и успокаивает! Я чувствую себя такой обновлен. Ой, время на исходе! Ух ты! Суперкот выложил новый челлендж! Как вам мои острые когти? Правда круто? Да уж, тут нечем похвастаться. Что бы на моем месте сделала Леди Баг? Бинго! Все гениальное просто. Просто супер. Ой, все. Придется пойти другим путем. Сложные времена требуют отчаянных мер. Ну вот, загляденье. Самое время добавить цвет. Ух, глаза разбегаются. Ума не приложу. Что же выбрать? Эй, ребята, какие цвета выбрала бы Леди Баг? Напиши в комментариях. Чичи, вау! Спасибо за помощь! Все лишнее долой. Приступим к покраске. Мне так нравится этот жгучий красный. Дерзко и модно. О, чуть не забыла. Черные точки – незаменимый атрибут божьей коровки. Главное – аккуратность. Вот это я понимаю. Класс! Супергеройский маникюр готов. Ну как тебе, суперкот? Мамочки, он поставил лайк! Я самая счастливая девушка на свете! Ой-ой, зацепилась!
Только не это! Но почему мне так не везет? А что если я надену на вечеринку свое любимое детское платье? О да, я буду звездой! Оно должно быть где-то здесь. Не то, не то. А, вот и ты, моя прелесть. Давненько я тебя не надевала. Пора исправить это недоразумение. Ой-ой, не влезаю. Да что же это? На помощь, я застряла. Я сдаюсь. Милая, что случилось? Платье не налезает. Моя принцесса. Успокойся, дыши глубже. Вот так, еще разок. Ой-ой, Эбби. Нет, нет, стой! Не могу! Ну вот, разошлось по швам. О нет, я ничего не успеваю. И как я пойду на вечеринку в таком виде? Тише, детка, мама знает, что делать. Что ж, ладно. Визитная карточка Леди Баг – это синие волосы. Настало время кардинально изменить имидж. Кисточка уже здесь, пора заливать краситель. Надеюсь, результат мне понравится. Ну, что тут может не получиться, верно? Ух, я уже предвкушаю свой новый образ. Пока я без занята, это мой шанс. Вот он, настоящий костюм Леди Баг. Он просто идеален. Я всегда была ее самой главной фанаткой. Моя Эбби достойна его надеть. Что ж, придется немного попотеть. Уверена, дочка будет в восторге. Опля, готова? Да это же розовая краска! Я больше так не могу! Минутку, откуда этот волосопад? Ах да, ну все ясно. Что ж, мама все исправит. Солнышко, не кипятись. У меня для тебя кое-что есть. Парики Леди Баг шикарно! Ну как вам? О, не мой стиль. А вот это совсем другое дело. Спасибо, мамочка. Мне пора приступать к мейкапу. Пункт номер один. Губы. Очень-очень тонкие губы. Хорошо, что у меня есть пломбир. Кажется, пора. Воу-воу! Вот это объем. А теперь нанесем помаду. Как насчет лилового оттенка? Ты серьезно? Ну уж нет. А как насчет нюда? Святые хайлайтеры? Конечно же нет. Тогда, может, красный? Белиссимо. Аккуратность – мое второе имя. Надеюсь, суперкот оценит. О, перфекто! Упс, неловко вышло. Придется краситься заново. И вот так всегда. Хотела же как лучше. Милая, я с радостью тебе помогу. Для начала нанесем тон и скроем все покраснения. А затем хорошенько растушуем бьюти-блендером. Идеальная кожа вошла в чат. Теперь сделаем скульптурирование. Мягкие тени подчеркнут скулы. А теперь в дело вступает красная помада. Легким движением руки заполняем губы цветом. Ты просто само очарование. А как же маска? Uno momento, моя дорогая. Чичи-вау, круть! О нет, я уже опаздываю. Что же делать? Я совсем не готова. Ребята, прошу вас, помогите мне продлить время. Ставьте лайки этому видео. Да! Вы лучшие! Это мой тебе подарок. Костюм Леди Баг! С ума сойти! По-моему, мне очень идет. О, ты такая красавица. Цветочный аромат дополнит супергеройский образ. Тебе уже пора на вечеринку. Я на месте. О, как же волнительно. Давай, Эбби. О, ну же, я не могу. Фух, была не была. Кто там пришел в столь ранний час? Я по приглашению на вечеринку. Но она же завтра. Похоже, что ты поторопилась. Да уж, типичная Эбби. Стой, Леди Баг, подожди меня, я мигом. Ладно. Ого, так быстро? Сходишь со мной на свидание? Конечно, да. Тогда в пиццерию. Обожаю пиццу. Ой, дети так быстро растут.
Меня никто не остановит. Ты уверен? Сдавайся, негодяй. Да-да, руки вверх. Опять ты, букашка. Ой, мне уже пора. Подруга, ты куда? Упс, спасите. Наконец-то. Эй, у меня обед. Великий Дракула, ты услышал меня? Свежая кровь. Только не ешь меня. Все кончено, Леди Баг. Эй, но это нечестно. Как себя чувствует наша пациентка? Ох, мне очень жаль. Это кома. А вот и я. Я не ждал гостей. Подруга, это все из-за меня. Я больше так не буду. Леди Баг, так ты жива? Крась! Кажется, я наелся. Всем пока! Подруга, как ты себя чувствуешь? Странные ощущения. Ура! Теперь ты снова можешь бороться со злом. Ты его почти победила, Леди Баг. Все в порядке? Я так проголодалась. Может, тогда в кафе? Мне здесь уже нравится. Леди Баг, я знаю, ты жива. Не волнуйтесь, мы ее поймаем. Ага, попалась. Какой сложный выбор. Может, бургер? Выглядит аппетитно. Угощайся. Или все-таки стейк? Точно, стейк. Приятного аппетита, подруга. О, нет. Что же я делаю? Я не буду есть, Мави. Кто заказывал коктейль? Привет, а ты здесь откуда? Слушаю, мой господин. Мне нужна Леди Баг. И тебе пригодится это. Поздравляю, дамы. Вам сегодня повезло. Откройте свой приз. Леди Баг, вперед! У нас есть еще один шарик. А это весело. Интересно, а что здесь? Ой, мамочки! Ха-ха. Вот и все, Леди Баг. Не сегодня. А вот и мой ужин. Финал уже близок. Что? Леди Баг, тебе не скрыться. Добро пожаловать, подруга. Тебе здесь нравится? Не очень. Нам нужны кровати. Ты права. Действуем! Гвозди, молоток и ловкость рук. Готово. И добавим немного черного. Неплохо придумано, подруга. Кое-чего не хватает. Эй, ты куда? Пора создавать уют. Ты уверена? Это лучшая вампирская кровать. И последний штрих. Эти пятнышки приносят удачу. Моя кровать тоже готова. Пушистик, ты как раз вовремя. Этого мне и не хватало. Вау, это так по-вампирски. Клыкастой ночи, подруга. А я пока загляну на свой любимый канал. Упс. Вернись, ты же моя кровать. Леди Баг, выручай. Что опять? Мави! Моя кровать! За мной. Эта кровать точно не убежит. Спокойной ночи. Ты неисправима. Что? Где? Уже утро? Плохо дело. Тебе нужен новый костюм, подруга. Положись на меня. Нравится? О, да! Этому городу нужен герой! Моё! Букашка никогда не станет летучей мышью!
Ничего не выйдет, Мави. Значит, работаем дальше. Так, так и вот так. Ты войдешь в историю, Леди Баг. Я буду летать в облаках. Я быстрее ветра. Только не сейчас. Это вообще не мой стиль. У меня есть идея. Леди Баг в стиле вампир. Гениально, правда? У нас все получится. Не мешай. Работает профессионал. Срочно на примерку. Как я выгляжу? Лучше не бывает. А теперь давай уже спасем этот мир. Может, поймаем пару воришек? Или сначала перекусим? Что это? Солнечный свет? Я горю! Подруга, я сейчас. Держись. Ты куда? Стой! Выключите солнце! Это провал, букашка. Ты неудачница в мире вампиров. Подруга, все в порядке? Не трогай меня. Леди Баг, ты забыла о солнцезащитном креме? Это главное вампирское правило. Так-то лучше. Не хочешь извиниться? Что ты сказала? Ой-ой, меня уже здесь нет. Ух ты, что это? Это же вечеринка. Мы должны там быть. Никаких вечеринок. Ну, пожалуйста. Так и быть. Повеселимся. Мы на месте. Но есть одна проблема. У тебя нет клыков. А это вечеринка для вампиров. Момент. Сейчас все будет. Как тебе такое? Твоя взяла. Это здесь тусуются вампиры? Привет. Выглядите подозрительно. У меня даже есть клыки. Тогда добро пожаловать. Веселимся. Ты обязана это попробовать. Кровь? Не выношу вида крови. Приятного аппетита, цветочек. Ох, ну и ну. Девочки, а может селфи? Улыбочку. Мы такие красотки. Упс, кажется, ты себя выдала. Твои клыки не настоящие. Я почти вампир. Дамы, только без глупостей. Иди сюда, вампир-подделка. Вы сами напросились. Ауч. Вот теперь вам точно конец. Бежим. Хотя, Леди Баг, есть план. Нас не победить. О, нет. Вы еще пожалеете об этом. Ура, Леди Баг, может, поищем другую вечеринку? Держи, Мави, это тебе. А что это? Тревожная кнопка. Ты нажимаешь, а я получаю сигнал. Увидимся вечером. Проверим. Только без глупостей, Мави. Упс, договорились. А вот и я. Готовы к тесту? Тогда начинаем. Я к такому не готова. Привет, красотка. Я скучал. Леди Баг, тревога. Спаси меня. Мави попала в беду? Я должна бежать. Тишина в классе. Что случилось, подруга? Кот, желтые зубы. Кое-кому стоит лучше следить за чистотой. Держись, приятель. Красотка, может... Подруга, это гениально. Теперь я счастлива. Итак, продолжаем. Не так быстро, леди. Вы не сдали. Я не хочу двойку. Может, вы передумаете? Ошибочка вышла. Это пятерка. Ух ты, обожаю эти вампирские штучки. Отдай, это моя сумочка. Это мой шанс. Лети, моя маленькая Акума. Где моя тревожная кнопка? Ха, помощь сегодня не придет. Эта сумочка моя.
О, привет, малышка. Я уже здесь, бражник. А тебе пора домой. Поймай надоедливую букашку. Это честь для меня. Есть кто-нибудь дома? Бабуля Бак, наконец-то! Я должна столько тебе рассказать. Значит, нам нужен чай. Не верю своим глазам. Это что? Бабуля Бак, без паники. Считаю, что ты этого не видела. Наверное, показалось. Я прихожу без приглашения. Леди Бак, ты... Ой! Ты меня не перехитришь. Деточка, съешь витаминчики. Бабуля, ты самая добрая. Ну, я теперь не ем яблоки. Ауч! Больно! Кто здесь? Защищайтесь. Держись, Мави. Плохая девочка. Ты плохо себя ведешь. Я так и знала. Бражник. Кажется, я заснула. Леди Баг, это победа. Ты доигрался. Не надоело быть злодеем. Я тебе сейчас покажу. Мави, не так быстро. Это работенка для вампира. Не мешай взрослым. Леди Баг, твой час пришел. А вот и нет. Что ты скажешь на это? Эй, вернись! Ужин уже на столе. Но я не вкусный. Подруга, это было так по-вампирски. А, где я? Клыки? Ха, а мне нравится. Мягкого приземления, дорогая. А здесь мило, мне нравится. Добро пожаловать. Меню? Нет, дорогуша. Нам нужна ты. Не ешь ты меня. Мэри, у нас тут вкусный сюрприз. Какая аппетитная. А здесь что? Адам, она ищет семью. Очень ищу. Будете моими родителями. О, еще бы. Решено, ты летишь с нами. Вампирам вход воспрещен. Не приближайтесь. Ой-ой, это не опасно. А может такси? Вау, как красиво. Прогулка что надо. Мы на месте. Нравится? Конечно. Вампирское логово. Никогда такого не видела. Лиана, ты где? Здесь может быть опасно. Как дела, зубастик? Больно. Мама, папа, я совсем запуталась. Адам, бежим. Отпусти меня! Я помогу. Давай, еще немного. Отпусти ребенка. Так-то лучше. Мамочка всех спасла. Где я? Лиана, осторожно. Мама, папа, я здесь. А ты кто такой? Мама, папа, там такое. Солнышко, все в порядке. Ага, как раз вовремя. Хватит пылиться без дела. Поколдуем. Ага, вот оно. Призываю силы Дракулы. Она справится. Твоя мама потомственная колдунья. Это заклинание всегда работает. Нравится? Да, у меня есть собственная кровать. Не могу поверить. И не забудь своего пушистого друга. Мамочка, спасибо. Мягче не бывает. Увидимся утром. Сладких снов, дорогая. Дети, записываем новую тему. Только посмотрите на нее. Ты видела себя в зеркало. Может, найдешь себе другую школу? Эй, вы чего? Отстаньте! Лиана, не пробовала поменять стиль? Что? Никакой я не лузер. Тише, тише. Я не лузер. Мам, я не хотела. Случайно вышла. Упс, это все золото. Удар, что надо. Ты вся в папу. Мама, нам нужен пластырь. Доброе утро, семья. Что сегодня на завтрак? Это сюрприз, детка.
тебе понравится, обещаю. Не уверена. Милая, присаживайся. О, да, спасибо. Приятного аппетита, Лиана. Из чего они? Я что-то забыла. А, да, молоко. Твой завтрак готов. Налетай. Даже не уговаривай. Это несъедобно. Адам, у нас проблемы. Ребенок хочет есть. Без паники. У нас должна быть еда для людей. Ха, вот ты где. Пусто. Мы ужасные родители. А вот и нет. У нас есть отборная кровь. Ну, Лиана не вампир. Алло, мне самую большую пиццу. Угу, жду. Стоп. Дорогая, мы что-нибудь придумаем. Деньги. Как скажешь. Так бы сразу. Сейчас вернусь. Адам, что происходит? А вот и я. Кто хочет пиццу? С чесночным соусом. Только не это. У нас аллергия на чеснок. Это лучший завтрак на свете. Мы пропали. Держись, дорогой. Где наши маски? Скорее. О, мы спасены. Упс. Я не хотела больше никакого чеснока. Так тихо. Очень странно. Лиана? Детка, что ты делаешь? Где моя дочь? Мама, это же я. Я красотка. Катастрофа. Мама, все в порядке? О, да, просто у мамы нервы. За мной, дорогая. Мам, а куда мы идем? Сейчас все увидишь. Она должна быть где-то рядом. Нашла. От меня не спрячешься. Есть кто-нибудь дома? Кому нужна бьюти-помощь? Кортни, рада тебя видеть. Мама, она же зомби-вампир. Конечно. Кортни, не будем терять время. Можешь начинать. Вам нравится? Я старалась. Непростая задачка. Но я попробую. Так-то лучше. Вампирская бледность. Что дальше? Дружок, пора за работу. Давай поможем этой юной особе. Вау, мне нравится. Я так и знала. Но мы еще не закончили. Малыши, вы знаете, что делать. Ой, мамочки. Посмотри, Лиана. Идеально. Красота – это целое искусство. Мама, смотри. Лиана, вот теперь ты красотка. А тебе нравится? Ха, вот бы и мне такое. Кортни, мы довольны. Сдачи не надо. Обожаю свою работу. Лиана, я рад тебя видеть. Классно выглядишь. Денек сегодня что надо. А где Лиана? Должна быть во дворе. Что? Свидание? Только через мои клыки. Он выглядит подозрительно. Лиана, мама тебя спасет. Парень, а что ты на это скажешь? Берегись. Лиана, это тебе. Спасибо. О, что это? Похоже на арбалет. Мама неисправима. Мама, я промахнулась. Переходим к плану Б. Но защита на первом месте. Неплохо. Вперед. Будешь? Угощайся. Спасибо, Райан. Вот вы где, голубки. А как тебе такой десерт? Бабулин рецепт. Лена, это лучшее свидание. Райан, у тебя... Выглядишь неважно. Кажется, ты отравился. О, прощай, любимый. Ты навсегда в моем сердце. Милая мама с тобой. Ха, шалость удалась. Пойдем домой. Здравствуй, школа. Что новенького? Ребята, у нас сегодня тест. Можете начинать. Тест? А может, не надо? Я же ничего не учила. Проще простого. Ага, ну конечно. Думай, Лиана, думай. Меган, помоги. И не подумаю. Всем тихо. Это тест. Сама напросилась, подруга. Есть одна идея. Дай списать, Меган. Ни за что. Это нечестно. Все пропало. Но я не сдамся. Меган, не будь жадиной.
Лиана. Я просто... Двойка. О, что скажут родители? Точно, родители. Мама, помоги. Детка, что случилось? Мама, это двойка. Да как он посмел? Мэм, лучше не надо. Это почти не больно. Моя Лиана отличница. Да, отличница. И сегодня она получила пятерку. А как же я? Пятерка. Мама, спасибо. Ты меня спасла. Мама, хочу вкусняшку. Много сладкого вредно, поэтому только одну конфетку. Ммм, как вкусно. Ой, мой любимый зубик. Я же говорила, Лиана. Мама, спаси. Срочно к стоматологу. Что случилось? Посмотрите, мой зуб. У тебя будет новый клык. Конечно. Выбирайте. О, нет. Тогда примерьте это. Нравится? Чистое золото. Ни за что. А если так? Вау! Я знаю, деточка. Блестяще. Лиана, тебе очень идет. Клыки, это не бесплатно. Конечно. Уже лечу. Я такая голодная. Что происходит? У нас обеденный перерыв. Лиана, с днем рождения! Спасибо, и у меня уже есть заветное желание. У-ху! Мы начинаем вечеринку! Это же пиньята! Она должна быть моей! Начинай, Лиана! У тебя получится! Осторожно! Дочка, потише! Нет, так не пойдет! Адам, помоги! Я с тобой, Мэри! Мам, пап, вы чего? Угощайся, дорогая. Это мне? Но зачем? Сейчас узнаешь. О-о-о, я же теперь вампир. Эй, а прощай, откуда? Я хочу быть красоткой.